Так, ну что, пора составлять планы на день. Мне сегодня утро затянулось, но ничего страшного. Работы много, поэтому приступаем. Я думаю, вы видели приложение, которое я сейчас использую для планирования, потому что я о нем уже не раз рассказывала. Ну а сейчас я буду наконец-то планировать. Что я обожаю это приложение за то, что здесь можно абсолютно все разделить по категориям и на мелкие задачи. Также здесь есть трекеров, так сказать, привычек, которые я успешно забываю каждый день заполнять, потому что делаю это уже на автомате. Мне кажется, я просто абсолютно в каждом видео зажигаю свечи, но это помогает мне настроиться на работу. Также я включаю музыку, какую-то лоу-фай, спокойную для фокусировки. Просто обожаю зажигать свечи именно спичками, потому что этот чирк, не знаю, по-моему, это офигенно. Мне сейчас предстоит довольно-таки трудная задача, а то есть очистить мой телефон. Сейчас посмотрим, сколько памяти у меня забито. У меня забито 107 гигабайт из 128. Поэтому сейчас я буду чистить свою галерею. Также я буду, что я буду чистить? Я буду чистить программы, кэш и удалять все ненужное. Еще одно сочинение написано. Я, как и говорила ранее, буду сразу в каждом видео рассказывать вам что-нибудь новенькое, а не просто показывать то, как я учусь. Сегодня я вновь хочу затронуть тему карантина. Как по мне, это просто уникальная возможность, которая нам была дана. Просто представьте, сколько всего можно сделать за этот период. За это время я успела переделать кучу планов, догнать кучу дедлайнов, переделала работы на 2 недели вперед. Честно говоря, я сама не ожидала, что я так умею. Так что предлагаю не сидеть на месте, саморазвиваться, вводить новые привычки и искать только положительное в этом карантине.
карантине. Еще я знаю, что многие из вас учат иностранные языки, и мне кажется, это просто уникальная возможность посвятить этому немножко больше времени. И сегодня я с вами хочу поделиться таким сайтом, который я совсем недавно нашла. И на данный момент это просто один из моих самых любимых ресурсов, которые я использую для изучения английского языка. Этот сайт будет полезен для многих, все потому что там имеется целых 18 иностранных языков. Я занимаюсь английским, и для того, чтобы начать заниматься на этом сайте, вам не обязательно знать даже какие-то основы языка, потому что вас всему этому научат. И вы сможете достичь тех или иных целей по вашим поставленным задачам. На этих кадрах вы видите то, как я прохожу бесплатный курс, который состоял из 7 уроков. Я получила просто нереальный опыт и открыла для себя очень много новой информации. Этот курс подойдет абсолютно для всех, и неважно, какой у вас уровень английского языка. Все очень просто, понятно и интересно. Сразу видно, что создатели этого сайта вложили всю свою душу. Также я узнала, что у них проходит языковой марафон, и пока у нас карантин, как раз самое время на него записаться и получить новые впечатления. Я тоже буду в нем участвовать, поэтому не теряйте свое время и регистрируйтесь. Также у вас будет возможность позаниматься с учителем по скайпу и подтянуть свои знания индивидуально. А прежде чем попробовать, вы сможете записаться на пробное занятие. Также у них есть свое приложение в Play Market. Если что, все ссылочки я оставила для вас в описании. А я пошла заниматься. Так, показываю вам, я нарешала тут кучу тестов. Всемирную историю решила на 8 из 8. Геометрия тоже 8 из 8. И биология тоже 8 из 8. Ну что, а сейчас я буду читать историю. Это довольно-таки тяжелый процесс, все потому что тема очень объемная. Конспект у меня тут на 3 листа А4. Поэтому сейчас буду читать, кстати, историю. И вообще программу ЗНО я обычно из учебников читаю вслух, мне так легче анализировать, мне так легче воспринимать. Когда я чисто для себя как-то рассуждаю вслух, читаю вслух, поэтому сейчас я этим как раз-таки и займусь. Сейчас отправляюсь на почту, все потому что магазины как бы многие не работают, и все, теперь я заказываю в основном онлайн, поэтому посылок в последнее время у меня очень много, и будет много, вот, поэтому беру с собой этого чудика и иду гулять. У меня, кстати, в планах на этом карантине наконец переписать заново всю историю, вот, потому что вот это я тут уже не разбираюсь ни в чем. Тут очень много чего дописано, не дописано, вот, оставляла на потом, забывала, не дописывала, не очень оформлено, мне вообще не нравится эта тетрадь, и еще и плюс она уже у меня полностью закончилась. Я начала уже оформлять эту тетрадь давно, но как-то потом я ее не могла найти, хотя она лежала у меня в столе. И сейчас я переписываю. Начала вторую тему, прохожу тесты. Первый тест я сдала на 196 баллов из 200. Сейчас будет вторая тема. Просто повторяю, как бы, ну, в принципе, я все знаю. Да, там бывают некоторые ошибки по тупости. Для этого надо много времени посидеть, подумать, но я не такая.
Поэтому я хочу все по-быстрому повторить, прогнать, а потом уже нормально прорешивать тесты третий раз. Сейчас иду выгуливать вот этого вот чудика. Возможно, когда я вернусь, уже будет, конечно, темно, но домашки никто не отменял, поэтому приду и буду сразу их делать. Сегодня у меня задание по английскому — написать электронное письмо другу, используя какие-то фразы из книги. Вот наши учебники. Сейчас посмотрю, где эти фразы хоть находятся. Во-первых, мне нужно сделать упражнение, затем выучить слова. Вот и само письмо. И также мне нужно сделать с новыми словами, которые я, собственно говоря, на прошлой странице и выписала, либо историю, либо просто написать какие-то предложения, используя совершенно разные времена. Это было все видео, я очень надеюсь, что вам понравилось. Не забывайте, что у меня также есть мой второй канал, также у меня есть и мой инстаграм. Там очень много всего полезного и интересного, потому что я запускаю свои курсы, разыгрываю классные боксы, поэтому обязательно подписывайтесь. Я не знаю, почему такое качество, почему у меня все в полоску. Скорее всего, из-за подсветки. Я думаю, что ничего страшного.
До новых встреч. Всем пока.